Всем привет! Подведем итоги нашей банановой экспедиции. Для того, чтобы добраться до Гималаев, нам пришлось пройти немалое расстояние, целых 8000 километров. Путь выдался нелегким, было очень много трудностей на нашем пути, но мы справились. Мы выполнили свои главные цели, установили флаг на вершине горы Афарвар. И, конечно же, спустились на банане с одной из гималайских вершин. Надеюсь, что мы не врежемся вот в тот лес. Вчера мы совершили спуск с горы Афарват, с достаточно отвесного и высокого склона. Вот, местные жители это увидели и захотели отправиться сегодня с нами. По их просьбе мы банан сегодня снова затащим на гору и спустимся. Сегодня собралась целая большая очередь. Вот, также бананом заинтересовались местные предприниматели. Они у нас спрашивали по поводу покупки банана. Они сейчас советуются, их здесь целая ассоциация. Будет здорово, если они у нас его все-таки купят. Мы его готовы продать за символическую цену, чтобы банан из Судака остался здесь на память о нашем городе. Чтобы банан из Судака радовал туристов, которые приезжают из Америки, из Нидерландов, из разных стран. Тут такой достаточно обширный контингент туристов. Yeah. Вот он говорит, два раза вчера прокатился. Very nice, yes. Банан мы все-таки продали, банан из Судака остался в Гималаях, и мы будем следить за тем, как местные жители его эксплуатируют. Они обещали нам высылать фотографии и видео, так что наблюдайте за новостями, мы будем держать вас в курсе. Наша команда сегодня приехала в Дели, и мы остались сидеть без багажа. Багаж нам где-то потерялся, вот, надеемся, что мы его найдем. Green Russia. Еще русский.
пальцы надули банан. Давайте, everybody! Ла-ла, алло, ла-ла. Yes, we love the banana. Это как раз то расстояние, на котором сделать что-либо, свернуть или затормозить, фактически нереально. Поэтому мы не будем испытывать судьбу. Мы покорили Гималаи, наша миссия выполнена.